Здорово. Короче, привидение здесь живет. Вообще! Ну нафиг! Чё? Привидение! Привидение? Малой, помоги! Я запутался! Привидение знает мое имя! Батя! А, малой, ты что здесь делаешь? Я ж сказал домой идти. Ага, уйдешь тут, батек, за мной там привидение гоняется. Иди, лови его и бей. Тебя ж сам Бог послал. Малой, ты взрослый пацан, вроде. Я тебя немножко приврал. Привидений не существует. В смысле приврал? А кто тогда там за мной гонится? Малой, нет там никого. Я это все придумал, чтоб с Семеновичем отдохнуть. Мамка ж если узнает, фиг отпустит. Угу, вижу я, как вы тут отдыхаете. Батек, я серьезно видел там привидение. Ну все, сказано же, привидений не существует. Семенович, а ты что лежишь? Вставай давай. А, что? Привидение! Семенович, ну ты-то куда? Малой! Ты слышал? Слышал. Ну-ка. Ни хрена себе! Вот, а я о чем? Так, 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 что делать-то? Будем ловить на живца. Батек, мне что-то не очень нравится эта идея. Да не ссы, нормально все будет. Привидение! Привидение? Помогите! Батек, если я умру, похорони меня с попитом. Да успокойся ты, привидения же безобидные должны быть. Вроде. Цып, 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 цып. Иди сюда! Вы кого зовете? Это я, Серега. Иди, познакомимся. Серега? Это я, Серега. Ошалеть! Батек, вот главное не промахнись. Серега? Малой? Иду! Сработало. Ага! На! Йо! Так вот с ними надо! А чё оно в Серёгиных шлёпках? Оно чё, Серёгу сожрало? Ну-ка. Серёга! Так это же обычная простынка. Серёжка! Нафиг он вообще в неё залез? Он чё, напугать нас хотел? Алло, скоро? У нас тут ребёнок что-то бегал, баловался, ударился головой. В общем, приезжайте скорее. Малой, ты чё делаешь? Чё-чё? Как очнётся, пускай ещё помучается, пока вылазит из простынки. А нечего было меня пугать.